С 15 июля начинается вступительное испытание, проводимое непосредственно в учреждениях образования. Они организованы только в одну сессию, как для лиц, поступающих за счет средств бюджета, так и на платной основе. Регламентированы сроки приема документов, проведения собеседования и зачисления на вакантные места на бюджет и на платной основе граждан Луганской и Донецкой областей Украины в соответствии с указом президента Беларуси от 30 августа 2014 года. Граждане Украины будут участвовать в конкурсе на бюджетные вакантные места в дополнительном наборе одновременно с гражданами Беларуси.